Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Нет газа, а впереди холода. Есть выход. Комплексное электрическое отопление. Спонсор прогноза погоды – магазин «Теплоэлектроцентр». Купил, включил, грейся. «Теплоэлектроцентр» предлагает комплексное электрическое отопление. Инфракрасные системы «Степ» впишутся в любой интерьер, сберегут вам деньги и здоровье. Монтаж от 1 часа. Повышенная гарантия – 12 лет. Акция при покупке 3 и более панелей – скидка 10%. Звоните 8-917-270-52-95. В субботу, 22 октября, в Набережных Челнах днем пасмурно. Столб термометра покажет нам плюс 2 градуса, ночью минус 3. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Хорошего настроения, прогноз погоды смотрите на нашем телеканале Челны ТВ.